Уровень 2, этап 2. Мост теперь не самое сложное. Подсказка. Подземные конвейеры соединяются только с подземными конвейерами того же типа. Угу. Я этих настругаю, да и все. Зачем мне эти медленные? Вон так. А, того же типа. То есть я могу сделать так. К примеру. А этим так. Вот в чем прикол. Понятно, то есть тут чуть-чуть по-другому. Пустим сюда выход, вот выход. Опять 4, наверное, должны быть чисто наверху быть. Ускорить все. Так, вот теперь я могу сделать вот так. Это еще, кстати, длинная такая. Длиннее, чем эти. Сколько получается? 4 ячейки. Здесь 6. Да. Ладно. Это тоже должен наверх ходить. Более синхронно. Ты выйдешь здесь и здесь где-то, ну, пускай тут и тут у тебя тогда также так и так. Так, а эти, в принципе, можно вообще так вот просто сделать. И, в принципе, мы вышли. Так, а вот здесь сейчас будем думать опять. Этот вниз. Собственно, его также можно запихнуть сразу куда-нибудь вдаль. Второй у нас был здесь. Нам надо, наверное, по очереди их вообще распределить. Это на самом верху. Идет в самый, грубо говоря, низ. Попробуем так. Сюда будет мешаться.
будет мешаться. Конечно, уже не очень. Ну ладно. Так, второй плата. Так, тут еще два выходит. На деле уже проверим, поправим что-нибудь. Третье. Этот. Будет мешаться. Вот здесь выплюнуть. Так, зайти. Это, допустим, направо. Так, четвертое дерево. Конечно, так можно. О, этим я затрудняюсь, что тут будет сейчас. Так, шестеренка. Выход отсюда. И вот и все. Можно ее вниз отправить. Пока что. Здесь это точно тогда уже ничего не сделается. Раз, два. Выходит и все. И упирается. Это сделать повыше. Самый верх. Как-нибудь так. Жанна. Да. Так, мы пытаемся найти эту. Выходит право, право. Вряд ли получится. Мы двум не знаем, как пройти. Это тоже никуда не уйдет. А ему надо вниз. Как ему попасть вниз? Это подальше поставить. Ничего не даст. Одна ячейка. Если этот выйдет, допустим, тут. Тоже ничего не даст. Смогу наверх и все, в никуда.
этому не завернуть. Угу. По-другому все. Можно оставить. Начнем по очереди, да. Проходить. Там, по-моему, все равно, наверх надо уходить. Как по-другому-то. Ну, самый такой оптимальный. То есть раз туда-туда и все, и к этому подошел. Так, с нижним может быть то же самое. Так. Нижний надо, самый верхний. Сначала это попробовать. Входит тут. Мы ее вниз. Так, вниз ее. Теперь тут она типа выходит. Входит. Так. Это.
По-моему, тут уже ничего не сделать. Это все как-то переделывать. Можно еще сюда заходить, по-моему. Да. Поможет это или нет? Так. Пробуем тоже как-то так пока что. Может быть так. Чтобы это шел вниз, эти здесь. Либо можно одну, допустим, сразу. Если так получится, конечно. Вниз бы ее сразу послать, чтобы, потому что здесь ближе. Так, наверное, не получится эту соединить потом с верхней. Ее здесь, допустим, закруглить. Это наверх не получится отправить. Да. Как-то не очень. Ладно, попробуем пока так. Посмотрим. Так, продолжаем безумие. Начинаем с первой. Первую надо в самый низ. Здесь вот как по-другому не получается. Здесь вот прям хочется как-то вот так все. Через вот это, через заднюю стенку. Проще как-то. Как аккуратненько так раз и заходит. Так, вторая. Вторая выходит отсюда. Ее надо сюда. Либо сначала вот эту взять, теперь верхнюю. Тоже как-то поаккуратней. Она самая нижняя. Тоже как-то так. Так, может попробовать. Так, а здесь это будет мешаться. Допустим, так. Здесь. Так, здесь их 7. Он не перепрыгнет туда дальше. Так, если вот это только переставить дальше. Сделать так. Эту чуть подальше, чтобы она не мешала. Тогда мы сможем здесь ее вытащить здесь. И это у нас пойдет самая верхняя. Здесь тоже аккуратно как-то так.
Ом. Вниз, вправо. Так, теперь вот это желательно. Желательно. У нас выходит вот это. Ее надо наверх. Два выходить будут. Так, а этот у нас идет третьим. Этот вторым. Это не вариант пока. Пока можно убрать здесь, чтобы перенести. Это у нас нижняя. Попробуем с нижней. Сюда, допустим, в самый. Дальше. Дальше, дальше. Наверх. Вверх, наверх. Сюда. Это нижняя. Так, третий у нас второй. Второй у нас выходит здесь. Так, здесь он будет этому мешать. Допустим, как-то так. Да. Третья. Третья у нас вот здесь выходит. Ну, какая не третья? Третья здесь, первая здесь. Так, здесь можно вниз, вниз, вправо. Слишком много занимает. Ладно, это пока подумаем еще. У нас остаются плата, уголь, так, дерево еще. Дерево у нас тут выходит. Тут. А, мы эту не поставили. А вот. Дерево у нас выходит вот тут. Будет мешать. Так. Убираем. У нас плата, да? Плату убрать наверх. Так, так, третья. Сюда начинает. Ее дальше продвинуть. Здесь уже будет тоже, наверное, мешать. Посмотрим. Вверх, вправо, вправо. Уголь совместили. Так, вот с деревом сейчас будет проблемы. Проблема. Хотя, в принципе, дерево так доходит. Но вот с этим-то проблема будет. Надо отсюда совместить как-то вниз. Здесь уже печаль. Допустим, мы дерево совместим все-таки как-нибудь. Так, пленка здесь выходит, только вариант вниз, а внизу, внизу и некуда. Либо получится. Так, это убрать бы это. Так, здесь она упрется. Так, не получится. Вниз тоже не получится. Так,
далеко. Слишком далеко. Вверх нам тоже не сделать. Нам вверх особо-то и не надо. А если бы отсюда прийти наверх, тут поставить. Совместить где-то вот тут. Чтобы отправить наверх. Бывает. Другая наверх. Это ладно, мы можем поменять. Равно. Наверх там нам некуда. Максимально сделано. Да. Хотя одно не собрать никак. Сделать. Так, по новой. Попробуем изначально как-то их здесь перекрутить. Место у нас есть. Этот надо наверх. Собственно, он так и пойдет. Наверх сразу и отправить. Так, вторая идет плита. Ой, платы. Тоже попробовать ее наверх. Третий идет этот. Как-то так. Четвертый у нас идет этот. А эти вниз. Это бы сразу загнуть. Нельзя разве? Нельзя. Так, ладно, допустим, этот мы сделаем вниз. Тут 5 их. 5 он не переплюнется. Нет, переплевывается. 4 получается. 1 плюс 4. Так, только вот здесь у нас проблема. Эти две нужны. Так, это мы вернули. Так, не очень.
вниз их переставить будет. Нет. По-моему, не получится их. Таким путем. Даже если все это посокращать. Не даст. Так, теперь вот это, в принципе, можно. Наверх сделать. Освободить их. Так, допустим, ладно, одну мы можем дерево и снизу провести. Пустим. Этот мы не можем. Это мы можем сюда провести. Одна у нас шла наверх, вторая уходит наверх, это остается здесь, третья уходит наверх. И здесь одна какая-то может остаться. Одна у нас ушла вниз, вторая уходит вниз. Три. Так вот, допустим, мы выше делаем. А можно было и тут. Так, вторая туда. По идее, еще третью хорошо бы сюда закинуть. Можно маленькую. Перешла, остается, а нет, здесь у нас остается выход, а ну это, здесь будет проблема тогда, а если это с этим соединить, где надо это сверху, чтобы выход был. Тут, а третью вниз не перекинуть. Перекинули, вторая тут, третья вниз, так вот это надо вниз как-то перекинуть. Мы сделаем сюда, находит. Так, мы эту сделаем по-другому. Так вот.
Дерево мы решили тут оставить. Допустим, дерево вообще вот так, чтобы не мешалось. К эту вниз. Вверх, вправо. Здесь оно выходит. Допустим, будет так. Надо вот как-то так, чтобы место было этим уйти. Тут не хватает этого. Эти надо подальше поставить. То можно поставить эту. Тоже можно, но надо эту переместить. Так, надо проверить, что у нас получается. Так, первое, вниз идет, выходит, заходит, выходит, заходит. Вот у нас первое. Ее, по идее, нам надо вот к этой. Так, так. Так, так, допустим. Так, вторая у нас выходит вниз, сюда. Выходит вот здесь. У нас... Тоже можно прям вот так вот, прям к ней. Так, третья шестеренка у нас тут. Она может пройти спокойно тут. Шестеренка сделана. Так, третья. Это не то. Сравнивать с этим, сталкивается 4, наверх выходит здесь, направо, направо, направо тут выходит. Это у нас вот это. Ее мы можем, так, здесь не можем. Можем так сэкономить пространство. Да, подходит. Так, третье. Уголь. Так, нам надо это сначала. Этот заходит наверх, выходит сюда, выход. Также все через верх. Может даже ее дальше убрать. Так вот. Так, плата. Да, сюда. Где-то выходит. Плата вот это у нас. Так, допустим, прям по-простому сделаем. Так, уголь, выход наверх, тут, тут, вот у нас уголь. Допустим. Пусть будет как-то так, так здесь будет дерево мешать. Очень вероятно. Так, дерево ходит, 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 так вот дерево. Не, в принципе, дерево не мешает. Все, сейчас, по-моему, идеально. Проверяем. Проверяем наш хаос. Что?
что куда вообще. Так, дерево дошло. Платы дошли. Эти вроде тоже хватает правильно. Ну, в принципе, все принимает, значит, все правильно. Победа. Длительность игры 1:30. Мы час почти думали, что куда ставить первые попытки. Ну, бывает.